Всем привет, с вами Константин, и добро пожаловать на новый выпуск новостей, всем приятного аппетита и просмотра, поехали. Эссиес обновили старый грузовик MAN GX. теперь называется MAN TGX Efficient Lane по словам разработчиков, что, сегодня мы рады сообщить, что обновлением 1.43 мы отметим долг, который у нас был по отношению ко всем любителям грузовиков, TGX, в течение некоторого времени. В этом предстоящем обновлении для Евротрак Симулятор 2, наряду со всем другим новым контентом, мы предлагаем новые детали тюнинга, которые позволят вам обновить текущий MAN TGX до давно запрошенной версии Efficient Plane. В этом предстоящем обновлении для Евротрак Симулятор 2, наряду со всем другим новым контентом, мы предлагаем новые детали тюнинга, которые позволят вам обновить текущий MAN GX до давно запрошенной версии Efficient Line 3. Мы верим, что это дополнение вызовет счастливые улыбки на многих лицах нашего сообщества. MAN TGX Efficient Line 3 отличается улучшенным интерьером кабины, новой приборной панелью и различными внешними изменениями, включая новый дизайн передней решетки. Опция MAN TGXL3 будет доступна в игровом дилерском центре MAN или в качестве обновления в ближайшей Стео. И на этом сегодня у меня все. Пишите в комментариях свое мнение, и понравилось обновление старого грузовика будет интересно почитать. Если понравилось видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на канал, не забывая жать на колокольчик. Также у нас есть группа в ВК, в которой публикуются все новости по играм. Вы можете делиться своими скриншотами из любой игры. Также у нас есть дискорд канала, все ссылки под видео. Всем пока и удачи!